Чтобы проверить ChatGPT, я ему задал несколько базовых вопросов. Как быстрее всего и как проще всего пережить осознанное сновидение? Ответы, они несколько двойственные. В том смысле, что с одной стороны инструкции, которые дает ChatGPT, они рабочие, но это всегда базовая вещь. То есть никаких продвинутых, новейших технологий вы от него не ждите. При этом всем, если вы спросите ChatGPT о других инструкциях, он в целом все знает. Он старается аккумулировать, синтезировать наиболее достоверные источники информации, наиболее распространенные. При этом алгоритм явно знает о альтернативных технологиях, но поскольку он боится ввести вас в заблуждение, он вынужден давать вам только базовые вещи.